Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами смотрим заключительный и очень во многом решающий матч сегодняшнего нашего турнира серии Darts Pro Tour. Александр Башарин. Ему необходима ничья в этом матче против Евгения Изотова, тогда он гарантированно попадает в финал. Ну а Евгений Изотов в этом финале уже. Так, первым на окончании выходит Евгений Изотов. У него остается 147 очков после 12 дротиков. А вот Александр на окончании не выходит. И вообще подход у него вышел скверным. Но не закроет 147 Изотов. У него сейчас 93 в наборе в этом подходе. Остается 54 очка. Ну и очередной неудачный подход от Александра. Есть 14 от Изотова, удвоение 20 чуть выше. Третий дротик поражает нужное удвоение. И 1-0. Решил я все-таки посмотреть, как участники сегодняшнего турнира провели последний личный чемпионат России. Евгений Изотов, ну, я думаю, многие знают, уже не раз упоминал я в наших турнирах Darts Pro Tour, что он действующий вице-чемпион страны. Вижу, вот Александр Башарин, получается, на стадии 1-16 был выбит. Виталий Хохряков на той же стадии. Ну и осталось найти фамилию Ситкарев. Да, Дмитрий вот нашел фамилию и имя Ситкарев Дмитрий в той части протокола, где написано 81-168. Ну то есть в первом раунде последнего чемпионата вылетел Дмитрий. Так, ну здесь уже во втором леге более упорная борьба. Понимает Александр, что ему достаточно легов на своем начале. И не так важно, как он проводит леги на начале соперника. Ну вот стоило мне сказать, начать про этот разговор. Он не вышел на окончание, но сейчас на окончание, полагаю, выйдет Евгений Изотов. У него уже 169 после двух этих дротиков. Остается 150. Сложное окончание. Не очень верю, что Изотов закроет 150 следующим подходом. Нужно, конечно, выходить на удобоваримое окончание Александру Башарину, но сейчас он может тоже 150 оставить. Так и происходит. Ситуация становится, конечно, критической. Так, а вот единичка от Изотова. И в 19-м секторе трэбла он не находит, и в 20-м снова не находит. 110 остается. Так. Может, все-таки и сейчас еще есть 6 дротиков у Башарина на закрытие 150. Точно следующий подход ему понадобится. У него сейчас остается 70. Утроение 18, полагаю, будет искать. Не находит. И четверку попадает Александр. Так, 110 для Изотова. Нужно утроение 18. После попадания в 20 есть утроение. Удвоение 18.
Нет. В секторе. Третий дротик. 66 для Александра Башарина. Ох ты, утроение 14. Ну, 42 есть, 24 в остатке. 12. Попадает в сектор, удвоение 6. Ух. Довольно далекий промах. Ну и удвоение 9. Для Изотова первым же дротиком он поражает. Нужный дабл. И 2-0 уже повел. Теперь лэк на его начале. Так, посмотрим, что у нас в чате. Странно, что состав Гран-при не оглашался заранее. Список приглашенных. Никита Иванов пишет, сами игроки не знают состав. Ну, это, конечно, мне кажется, ненормально. Уж если вы организуете по приглашениям, ну, дайте хотя бы за день состав. Ну, ладно, я не в свое дело, пожалуй, лезу. Но, в конце концов, высказать мнение мне ничего не мешает на нашу небольшую аудиторию любителей дартс. Так, ну и продолжает тут нагнетать давление Изотов. 225 очков за два подхода он списывает. Сейчас еще 134. Оставляет 142 окончания после лишь 9 дротиков. Ну, совсем разладилась игра у Александра Башарина. Сейчас, чувствую, придется считать разницу у троих игроков. Наверняка организаторы это уже сделали, но все-таки для зрителей, так сказать, эту процедуру мне, пожалуй, стоит провести самолично. Давайте досмотрим, чем закончится этот лэг. Сейчас удвоение 16 для Изотова. Ух ты, он в восьмерку попадает. Удвоение 12. Ну, вот здесь справляется. 3-0 он повел в матче. Ну и пока четвертый лэг идет, я постараюсь быстренько переписать результаты матчей. Посмотрим, что здесь кому необходимо. Ну что ж, дорогие друзья, путем несложных арифметических вычислений я понял, что у Виталия Хохрякова разница легов во всех уже, у него 6 уже сыгранных матчей, минус 6. У Дмитрия Ситкарева минус 4, что, как вы понимаете, лучше. Перед этой игрой у Александра Башарина разница была минус 3. Ну и, как вы понимаете, его сейчас спасет только ничья, потому что поражение даже со счетом 2-4 оставит ему разницу минус 5, что хуже, чем у Дмитрия Ситкарева. Так что получается, что если вот, допустим, сейчас закроет Изотов 92, а у него аж целых 6 дротиков на это, но ему может хватить двух. Нет, может, ему хватит трех. Да, ему хватает трех, по крайней мере, ну, мне так кажется, вот 60. Да. 4-0 побеждает Евгений Изотов. Это значит, что в финале встретятся Евгений Изотов и Дмитрий Ситкарев. По крайней мере, если мои подсчеты верны. А в матче за третье место Виталий Хохряков встретится с Александром Башариным. Вот такая вот, друзья мои, петрушечка. Так, ну,
вот за всеми этими словами я упустил, ну, наверное, самое главное, что есть в этом матче, это новый рекорд наборов на первые 9, 95 и 43 сотых, и на первые, ой, извините, на набор не на первые 9, а общий 95 и 43 сотых, и на первые 9 112 и 92 сотых. Это же просто с ума сойти. Пожалуй, что теперь я могу официально согласиться с высказыванием. Да, вот Дартс Про Тур написал, вот и пал рекорд турнира, действительно. А у нас еще матч за третье место и финал. С высказыванием Михаила Каменева, что такой Изотов на Кубке мира смотрелся бы достойно. Такой Изотов, дорогие друзья, и на чемпионате мира смотрелся бы, я думаю, в первом раунде с каким-нибудь тоже несеянным, может быть, с, например, с игроком там, 70-х, 80-х, может, 60-х позиций рейтинга PDC, такой Изотов смотрелся бы и в таком противостоянии тоже наверняка весьма и весьма достойно. Ну что, групповой этап у нас таким образом окончен. Впервые в истории такой расклад у нас по очкам. 12 у лидера и по 4 у трех остальных игроков. Посмотрим, согласны ли со мной организаторы относительно того, кто должен оказаться в финале. Сейчас нам, наверное, должны дать картинку. Ну, а вообще, очередной сверхбыстрый матч мы с вами увидели. В 17:30 начнется игра за третье место между, ну, по моим подсчетам, между Александром Башариным и Виталием Хохряковым. Ну, посмотрим, как то будет на самом деле. Услышимся через 18 минут. Пока что прервемся.